Завтра посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации планирует встретиться с исполняющим обязанности вице-премьера Молдовы Евгением Карповым. В рамках встречи Сергей Губарев намерен затронуть вопрос организации молдавской стороной миграционного контроля на 6 пунктах пропуска, находящихся вблизи Молдо-Приднестровской границы. По состоянию на сегодня никакой информации от молдавской стороны в адрес меня, как политического представителя России в переговорном процессе, в адрес других наших министерств и ведомств не поступало. Ясности у меня лично пока в этом нет, и это будет завтра одной из тем, которые я собираюсь обсудить с господином Карповым.